Здравствуйте, друзья! Вопрос. Добрый день, Михаил. Меня зовут Николай, 20 лет, проживаю в Тбилиси. Более 3 лет слежу за каналом, давно хотел написать. В июне этого года от сердечного приступа умер отец Николая. Ему был 61 год, и отец у него был музыкантом. Несмотря на то, что он много работал, мы так и не смогли позволить себе купить собственное жилье, и последние 14 лет перебирались с одной съемной квартиры в другую, при этом еле сводя концы с концами, учитывая то, что и я с 17 лет работал на двух работах. Старался все оставшееся время уделять учебе, смог самостоятельно подготовиться к 45 экзаменам. Экстерном закончил последние 3 класса школы, поступил в университет, также имеется 2 диплома о музыкальном образовании. А какая специальность в университете, я не понял пока. Так, сейчас оглядываюсь вокруг, представляя, что же будет дальше. Более не вижу никакой причины оставаться в своей стране. Несколько раз играл в лотерею Green Card, но удача обходила меня стороной. Есть возможность поехать в Европу, так как с этого года граждане Грузии пользуются безвизовым режимом со странами ЕС. Но все же, хотелось бы эмигрировать в США. Отчасти исполнить мечту моего отца, который жалел об упущенной возможности эмиграции. Несмотря на то, что в страны ЕС въезд стал проще, ситуация с получением турвизы в США совсем иная. Слышал довольно много историй, когда людям моего возраста часто отказывают, несмотря на то, что они ехали в США учиться. Хотелось бы, если, конечно, возможно, получить ответ в формате видео, где вы зачитываете письма своих зрителей. Буду особенно благодарен, если вы дадите несколько советов по жизни, как более опытный человек, более молодому, так как довольно трудно найти смысл продолжать двигаться дальше после серьезных жизненных сложностей. Ну что, друзья, надо сказать, что стремление к перемене мест, в данном случае вот он смотрит на Европу, на Соединенные Штаты, у него нет больше там никаких оснований оставаться в собственной стране и так далее. Стремление к перемене мест не обязательно связано с отсутствием возможностей. Вообще в 20 лет дух, так сказать, такой перемен, он очень нормален. То есть, скажем, из 100 человек, которые в 20 лет хотели куда-нибудь переехать, к 30, там, может быть, и 10 человек не останется, понимаете? Когда уже появляются у него там какие-то обязательства по жизни, семья там и так далее. Вот, поэтому мы не будем уже прямо так вот исходить из такого негатива, что вот живу, не знаю, зачем живу, папа работал, был хороший, серьезный музыкант, и вот ничего не заработал, и что же я буду делать, там, и так далее, и так далее. В 20 лет можно много чего делать, и в Грузии тоже. Вот. И не обязательно в Европе или там в Америке вот есть. В конце концов, можно в Москву поехать, там, и, наверное, это проще, чем в Америку, в Европу и так далее. И если ты не хочешь быть музыкантом, потому что не видишь там будущего, ну, будь программистом, я не знаю. Ну, выбери профессию, которая востребована и которая кормит. Вот сегодня, например, да, что-то айтишное вполне соответствует такому критерию. Но все-таки вопрос у нас был о том, как ему эмигрировать в США. И здесь, вот по тексту письма, я вижу некоторое недопонимание некоторых аспектов. Дело в том, что он, конечно, может поехать в Европу, у него безвизовый там режим, это не значит, что он там может работать. Это не значит, что он может эмигрировать. То есть, может быть, это проще, когда ты приехал, у тебя есть там несколько месяцев там походить, никто тебя не трогает, и тут нашел или там нашел, и глядишь, там тебя где-то, ну, на работу взяли, сделали там вид на жительство и так далее. Это возможно. Но это еще не эмиграция. Получение там турвизы или просто пересечение границ страны, это не эмиграция. Значит, смотрите, что его интересует сейчас. Его волнует один-единственный вопрос. Как получить визу в США с учетом того, что он молодой, у него нет никакой там недвижимости, у него нет богатых родителей, у него нет ничего, чтобы его там держало. Ну, правда. И он даже не студент.
или он студент, вроде учится в университете. Если он учится в университете, то самое простое для него было бы поехать по work and travel в Соединенные Штаты. И он бы там и подзаработал бы немножко, и огляделся бы, и язык, может быть, подучил. Вообще понял бы лучше, хочет ли он жить там в Соединенных Штатах и так далее. То есть я думаю, что для студента это самое простое. Другое дело, что он, наверное, экстерном учится, если он работает. Может быть, он не на дневном отделении, да, тогда сложнее. Понимаете, что получается? Вот фактически вопрос состоит вот в чем. Как мне, который хочет приехать в США по туристической визе с тем, чтобы там остаться, получить эту визу с учетом того, что мне ее не дают, именно потому, что подозревают, что я хочу остаться? Понимаете, круг-то замкнутый. Круг-то замкнутый, он думает, как бы вот, как надурить, можно сказать, систему. А чтобы систему надурить, да, надо что-то иметь, что система признает достаточным, чтобы вернуться домой. Вот, ну, хочет человек путешествовать, путешествуй на здоровье, это же не против никто, путешествуй, родной. Там, ты где ты был уже, там, да, был где, на Занзибаре был, в Германии был, в Турции был, на Кипре был, в Израиле был. В Таиланде был. Конечно, приезжай. Ну, что вы, видно, что человек любит путешествовать. И дальше, вот, что меня как бы беспокоит здесь. Ну, я понимаю, 20 лет там, это не 50 там, да. Но все-таки, если уже ты планируешь серьезное дело, и ты как бы по-взрослому начинаешь себя мерить. Ну, хорошо, допустим, случилось какое-то чудо. Реально, да. И тебе дали эту визу. И ты вот поехал. Вот, может быть, там съезд каких-нибудь, международный такой съезд тех, кто с музыкальным образованием учится там заочно и экстерном учится, и при этом работает на двух работах. Вот такой съезд. И вот он делегатом там от Грузии поехал. Ну, дальше что? Ну, приехал ты в Соединенные Штаты, пересек ты границу. Ну, и чего? Денег, значит, у тебя нет. Ну, наверное, можно было бы там, скажем, подать на политическое убежище. Но он не сказал ни слова. Он не сказал вообще ни слова о том, как он собирается легализоваться. Он не сказал ни слова о том, почему, собственно, он хочет поехать в США и что именно он там хочет найти такого, чего у него сегодня нет и быть не может в собственной стране, или там где-нибудь поближе, чем там вот так далеко ехать, чего в Америке есть, что вот надо срочно сняться и ехать. То есть, либо это просто, ну, как бы такой молодежный зуд, да, ну, понятный нам вполне, как бы, да, не проблема. Ну, допустим, охота к перемене мест, бывает. Но все-таки, что ты хочешь? Если это не просто охота к перемене мест, ты чего хочешь? Ты ради чего все? Ведь есть цель и есть средства. И получается, что Америка – это как бы цель такая. Вот исполнить мечту отца. Ну, подожди, а ради чего? То есть переехать в Америку все-таки должно быть средством. Средством для решения каких-то своих проблем, которые не могут быть решены дома или там в Европе. А надо именно в Америку вот с этим приехать. Ну, хорошо, я понимаю, для иммиграции, может быть, Америка более привлекательна, потому что там где-нибудь во Франции ты так всегда и будешь иностранцем, а в Америке ты приехал, и ты как бы уже свой. Вот. И, конечно, здесь к иностранцам гораздо лучше отношение, так сказать, степень родства, да, в отношении страны, там, людей, которые тут живут, намного-намного выше, ты свой. То есть это, допустим, объясняет что-то, но многие люди не хотят ехать в Америку, а хотят быть где-то поближе в Европе. Вот я знаю девчонки, которые замуж хотят выйти за иностранца, они гораздо охотнее там рассмотрят кого-то в Германии, Франции, там, Швеции, Великобритании, чем кого-то там в штате Небраска, потому что тут 2 часа на самолете, и ты с мамой повидаться приехала. Понимаете, это же не то же самое, что вот тут путешествовать. Поэтому по-разному, но все-таки ради чего? И это то, чего не хватает вот в этом уравнении, где там много неизвестных, много, но все остальные неизвестные подстроятся под эту цель, которая должна как-то сформулироваться в сознании. Она, наверное, есть.
Я не хочу сказать, что ее совсем нет. Я хочу сказать, что она не сформулирована. Когда цель сформулируется, тогда можно будет перейти к средствам, там, к задачам, средствам, там, методам, да? И так далее, формам, в которых это все происходит. Это все потом начинается с цели. Нет цели, вообще ничего нет. Понимаете, фундамент убит. Без фундамента здание вот этой иммиграции, которая у него в сознании, оно не стоит. И, конечно, мы видели много людей, у которых был просто зуд такой. Вот сняться и уехать. И они не формулировали особо. Они говорят, не могу здесь жить. Ну, конечно, вот у меня Светлана моя. Она, сколько себя помнит, вот у нее было ощущение, что не могу тут жить. Не моя страна, не мое место. Понимаете? Вот. И... То есть она могла какие-то аргументы привести, но в основе лежало вот какое-то фундаментальное, глубинное неприятие. Я, когда ехал, вот если уж так мы начнем разбирать, я тоже не знал, зачем. Я тоже больше понимал, что невозможно там находиться. Да? Но там было понятно, почему невозможно. Там было криминально, там были коммунисты. Там шаг влево, шаг вправо, тюрьма. Ни за что. Вот просто, вот, ну вот просто. И, понимаете? И другой мир был совсем. И задача выбраться из этого мира, она у многих людей в сознании доминировала. Уж интернета не было. И правда, никто не говорил там про жизнь в Америке или в Европе. Люди просто бежали из этого места. Вот когда в лесу пожар, ты же не спрашиваешь, куда ты бежишь. Ты откуда бежишь? Ты от пожара бежишь. Желательно к воде. Вот где-то там есть какая-то вода. А вопрос о том, а как я буду жить у воды? В этот момент не возникает, потому что ты бежишь от пожара. Значит, понимаете, я, может быть, как-то пытаюсь, значит, найти оправдание нам, да, не имевшим тогда вот какой-то вот такой цели. То есть цель удрать оттуда, это было целью. Но куда-то в более-менее там какое-то место, где можно нормально жить. Да. Вот, но сейчас время другое, прошло 30 лет с тех пор. Есть интернет, есть тонна информации. Мы все знаем про эмиграцию и способы эмиграции. Мы все знаем про работу в США. Мы можем учить английский. Мы можем, как бы сказать... Да, я уже не говорю о том, что вы можете у себя дома талант применять. Это совсем не то же самое, что было вот в наше время. Когда ты точно знал, что ты никогда не станешь тем, кем ты можешь стать. Вот у тебя потенциал есть, а реализовать ты его не сможешь. Это было гарантировано. Это даже не подлежало сомнению никакому. Поэтому, значит, если у парня есть такой зуд, то я бы ему сказал, значит, разбирайся. Разбирайся в себе, какие у тебя цели, чего ты хочешь добиться. Ну, может быть, не надо поставить цель там на всю жизнь, но поставь себе цель там, скажем, на ближайшие там 5 лет. Вот. Чего бы ты хотел добиться через 5 лет? Ну, вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. И так далее. И все начнет потихонечку собираться до кучи. Есть иммиграционный форум, там, говорим про US. У нас ссылка под каждым видео есть на форум. Значит, разбирайтесь в способах иммиграции. Набирайте опыт поездок в страны Евросоюза. Да, раз у вас, это шенгенской зоны, раз у вас уже свободный въезд, ездите. Еще, может, куда съездите, я не знаю, там, в Турцию. Но выйдите из состояния человека, который говорит, жизни нет, там, все готов бросить, сейчас куда-то побегу. Да ты не нужен никому, вот такой. Просто никому не нужен. Сам себе не нужен. Понимаете, если бы вы были нужны сами себе, вы бы сами себе сказали, я хочу вот этого. Я не могу здесь выносить вот это. Если вы не можете здесь вот это выносить, спросите себя, где есть такие места, где вот этого нету. Может быть, это не так далеко от дома. Не знаю. Ну, в общем, разбирайтесь. Я, безусловно, делаю скидку на то, что парень молодой. И он... Может быть, чувствует гораздо лучше, чем формулирует, что очень естественно. Я вам скажу, что есть люди, которые моего возраста и тоже чувствуют, и не сформулировать не могут. Это нормально.
Но если уже вы задумали такое серьезное предприятие, ну уже давайте, готовьтесь. Если вы хотите, чтобы вам помогали другие люди, да? Потому что не то, что вы даже будете обращаться за помощью, вам иногда помогут, даже без того, чтобы вы обратились. Но помогут вам тогда, когда будет понятно, что вы знаете, чего вы хотите. И не исключительно вот уехать, а вот чего хотите. Вот сейчас женщина написала письмецо мне ВКонтакте, не помню. Написала письмецо, говорит, вот вы мне поможете эмигрировать. Я говорю, а как помочь, я же визы не выдаю. Она говорит, ну вот мы прилетим в Сан-Франциско, говорит, а вы нас встретите и на квартиру устроите. На квартиру устроить нельзя. То есть я, говорит, вам пришлю денег, вы там снимите мне квартиру и из аэропорта нас туда заберете. Во-первых, доехать из аэропорта в квартиру – это вопрос $50. И это не то, что мне проще там дать кому-то $50, чтобы он их встретил, чем самому куда-то там ездить. Но дело не в этом. Я спрашиваю, а вот почему сюда, вот квартиру, что... Тут же дорого, тут же безумно дорого все. Почему вам не поехать в какое-то место дешевле? Я говорю, а куда? Я говорю, ну, вы можете поехать во Флориду. Разрешения на работу нет, виза туристическая, да? Я говорю, там и работы нелегальной много, и жилье там в 3-4 раза дешевле. Почему сюда? Он говорит, я там никого не знаю. Но она и тут никого не знает. И я понимаю, что если я начну там ей заниматься, да, то я фактически должен вот весь этот объем поднять и человеку, который вообще не понял, куда попал, зачем попал, на каком она свете и так далее, это становится моей ответственностью. Я не хочу такой ответственности. Можно помочь человеку, который знает, чего хочет, ему чего-то не хватает. Один щелчок, пам, и полетело. Конечно, кто же откажется, это кем надо быть, чтобы не помочь? Но когда надо не помочь, а когда надо сделать все от начала и до конца, и вбить это в голову человеку, который еще и сопротивляться будет, там, самое, не соглашаться, это, нет же силы, ради чего? Поэтому я к чему говорю? Как только вы свою часть пути, подготовительного пути, пройдете, оно сразу само случится. Вот, знаете, вот шел-шел, вода. Думает, я ж по воде ходить не умею. А пошел, и вроде и вода его держит. Знаете, по морю, аки посоху. Почему держит? Потому что он готов. Вот и все. Ну, я, так сказать, понятно, что в физическом мире так не будет, но там, я аллегорически это все рассказываю. Поэтому надо делать свою работу, надо выполнить свою часть пути, пройти. И дальше оно начнет так, как бы таким магическим, таким волшебным способом складываться, и вот эта дорожка вся выстелится. Хорошо? Давайте мы Николаю пожелаем привет. Если пожелаем успехов, привет передадим, с Новым годом поздравим наступающим. И если у кого-то есть какие-то полезные, что ли, советы, ребят, я думаю, было бы очень-очень здорово вот на уровне исполнения, да, вот что-то такое, что можно сделать. Чуть-чуть, может быть, но все равно в направлении хорошем. Я думаю, будет очень здорово и для нас, для всех, как группа людей, которая, в общем-то, старается помочь другим членам этой группы, и для Николая тоже. И, может быть, для тех, кто находится в таких же раздумьях, не сформулированных, как Николай, когда просто хочется сорваться и как вот головой в омут. Ну да, да, конечно, таких людей много, о чем мы говорим. Счастливо, ребята, и до новых встреч!